Привет, друзья! Продолжаем создание розы из фоамирана, и сегодня я покажу сборку цветка. Подготавливаю из фольги деталь, скатываю в шарик и уплотняю сверху и снизу, чтобы высота ее была 2,5 см, а диаметр 3,8 см. Деталь в форме капельки высотой 2,5 см и диаметр в нижней части 1,3 см. Три лепестка маленького размера подклеиваю максимально плотно, закрыв фольгу, по 3 штуки в ряд, условно распределив на равное расстояние. Детали должны быть ровными, без малейших изгибов. Далее все последующие лепестки буду подклеивать по схеме 3 штуки в ряд. И следующий ряд лепестков располагаю в шахматном порядке относительно предыдущего. Каждую деталь подклеиваю так, чтобы они вверху отходили друг от друга примерно на 1 мм. На верхнюю часть круглой заготовки наклеиваю фоамиран и закрашиваю в цвет розы, чтобы сверху между лепестками не проглядывала фольга. Средние лепестки также растягиваю, чтобы не было ямки, и подклеиваю по заданной схеме. Тут также не делаю большого расстояния от предыдущего ряда и сохраняю одинаковую высоту всех лепестков. Так как эти детали вышли немного светлее, добавлю цвета, чтобы не было резкого перехода. Лепестки второго ряда среднего размера растягиваю и, условно разделив повдоль, подкручиваю один верхний край. На этом этапе лепестки могут отходить от предыдущих на 2-3 мм. Обратите внимание, что клей уже наношу в нижней части, и лишь по надобности прижать лепесток наношу выше.
Благодаря окрашиванию, которое я показала в отдельном видео, оставляю в углу подсказку с ссылкой, детали приобретают более выраженную фактуру. Их подкручиваю с двух верхних сторон, не углов, а именно верхних сторон. Если буду подкручивать углы, это будет совсем другой сорт розы. Высота лепестков еще на одном уровне, но отходит от предыдущего ряда уже на 4-5 мм. Детали большего размера будем подклеивать на той же высоте. И как ни парадоксально, но ямочек в этих лепестках тоже нет. Второй ряд больших лепестков сидит ниже предыдущих приблизительно на 0,5 см. Их можно дополнительно перетереть и обработать с помощью зажигалки, задавая волну посередине лепестка. При фиксации этих деталей важно наносить клей там, где видна фольга, и чтобы она не проглядывалась между лепестками сверху. Внизу угол лепестков переходит на донышко заготовки. Друзья, мне будет очень приятно, если вы поделитесь этим видео в группах, в сообществах единомышленников. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные новые ролики. Творите с удовольствием!
Приступаю к формированию рубашечных лепестков, складываю пополам и с помощью зажигалки быстро прогреваю линию изгиба. Дальше можно прогреть одну часть, сделать волну, а другую подкрутить. Тут корявость лепестка приветствуется, поэтому можно не ограничиваться. Иногда я даю лепестку подплавиться, и важно задуть его, дать несколько секунд остыть и тут же как бы потянуть прогретую часть. Получается изящная подпалина. В этих лепестках верхних две половины я буду выгибать наружу, а в нижней его части сформирую ямку, которая поможет обхватить цветок. Покрашу лепестки 232 номером масляной пастели по центральной линии и немного завожу цвет на край. После этого окрашивания беру черный и коричневый цвет и совсем слегка наношу на некоторые места у краев деталей. Подклеиваю лепестки гораздо ниже остальных, и вам поможет сориентироваться размер детали. Цветок розы собран, лепестки подклеены, а в заключительной части этого мастер-класса я покажу, как подклеиваю чашелистик и собираю стебель и листья. С вами была Инна Жарая, до новой встречи!